специалистов по ремонту автомобилей. Я передаю привет из Мадрида. Здесь у нас произошла встреча специалистов с Испании, Перу, Украины. Я уверен, что такие встречи помогают нам обмениваться опытом, собирать новых знаний. И в дальнейшем я надеюсь, что такие встречи будут проходить все чаще и чаще. Hola, buenas noches. Agradecer al señor Andrei Shulgin, también a Vadim. Здравствуйте, буду переводить вам и говорить то, что говорит мой коллега из Перу. Луис, он прежде всего передает всем привет и огромное спасибо, что Андрей приехал к нам сюда в Мадрид для проведения этой конференции диагностов и презентации USB автоскопа в Мадриде. Agradecido por la invitación y por, también por la presentación y las experiencias que hemos compartido en lo que es el mundo del diagnóstico con osciloscopio y autoscopio. Очень интересная была встреча у нас, прошла вчера. Мы смогли между коллегами, между залом поговорить о диагностике, о их, можно сказать, нюансах. Мне также это приподняло знания в правильном использовании этого инструмента автоскопа. И теперь я уже по приезду к себе на родину смогу намного больше преподавать и рассказывать моим же коллегам, друзьям, людям, как правильно пользоваться этим автоскопом. Также хочу сказать, что нам очень помогает при установке газового оборудования, потому что мы используемся этим автоскопом до того, как устанавливаем газовое оборудование, и очень часто используем, когда уже машины имеют ГВО, установленное другими производителями, и часто мы сможем выяснить очень много ошибок по смеси, видим очень пропуски зажигания, допустим, неработоспособность правильная, форсунок, ну и огромное количество ошибок. Допустим, прогорание клапанов. Из-за неправильной настройки ГБО оборудования приезжает автомобиль, и с помощью USB-автоскопа мы выявляем эту ошибку очень быстро. Поэтому хотел еще раз сказать и поблагодарить Андрея за этот визит, за эту презентацию, которую ты провел с нами вчера в субботу, и эти дни, которые ты с нами работал. Хорошо, со своей стороны хочу тебе, Вадим, особо поблагодарить за то время, которое уделил, за те знания, которые ты помог мне еще дополнительно приобрести. Очень интересен для меня твой опыт. Спасибо. Луис, спасибо. Тебе спасибо. Спасибо. Все, ребята, всем привет. Всем привет. До свидания.